Борисюк Александр Евстафьевич, старший сержант рабочей крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Родился в сентябре 1921 года в селе Серебряково в крестьянской семье. По другим данным, убили обе Тульской области. В 1940 году был призван в Красную Армию. С сентября 1941 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на Ленинградском и Втором Белорусском фронтах. Принимал участие в обороне Ленинграда, Выборгской и Восточно-Прусской операциях. 9 июля 1944 года в ходе форсирования Вуоксы, несмотря на огонь противника, старший сержант Борисюк организовал переправу своего взвода. Во время форсирования с лодок открыл залповый минометный огонь по противнику, подавил вражеский пулемет, что способствовало успешной переправе других подразделений. Взвод закрепился на плацдарме и отразил 7 контратак противника минометным огнем. Александр Евстафьевич награжден орденами Ленина и Красной Звезды, медалями за отвагу, за оборону Ленинграда. 26 февраля 1945 года погиб в бою за город Грауденс. Указом Президиума Верховного Совета СССР был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.